Будучи главным экспортером лесного сырья, Россия занимает лишь 2% в мировой деревообработке. Дабы скорее наверстать отставание, в отрасли была запущена программа так называемых приоритетных инвестпроектов. По сути, это частно-государственное партнерство, когда коммерсанты строят, скажем, мебельный или целлюлозобумажный завод, а государство за символическую цену выделяет им лесосеку. Механизм приоритетных инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по мебели на 40% и позволит получить более 52 тысяч новых рабочих мест. В недрах лесного ведомства отбор участников для громкой программы проходил так. 4,5 миллиона рублей вступительная взятка, дальше так называемая абонентская плата за общее покровительство и избавление от проверок. Я понимаю, что вы хотите порубить лес, и потом непонятно, будет это не будет. А как уйти потом? Надо сделать это красиво. Да, вот вам нужна гарантия, что мы с вами договорились. Ну, я вам говорю, что мы вам сделаем проект такой, который у нас, и вы порубите его. А сколько это будет стоить? Это тоже 4,5? Так, по стройному, ну, просто сразу говорю вам, ну, то, что мы там строим, не собираемся, да? Ну, проблема, ну, что едем, посмотрим, ничего нет, ну, мы справились. А персональной ответственности за неуполнение обязательств нет. Николай Кожемяка известен в леспромовских кругах как главный отраслевой решальщик. Это с его подачи в свое время был запущен, скажем, такой скандальный инвестпроект, как «Ангара Пейпа», когда фирме «Пустышки» с капиталом в 100 тысяч рублей было выделено под вырубку строевой тайги на полмиллиарда долларов. Темно-зеленые – это участки «Ангары Пейпа». Здесь и идут рубки. Там одна елка, она влажная. Хорошая. А вы представляете, площадь того, что мы получили, это ровно территория Словакии. На вырученные деньги компания обещала построить в Лесосибирске Красноярского края крупнейший в мире целлюлозобумажный лесохимический супертехнологический кластер на 9 тысяч рабочих мест. От одних таких слов в далеком захолустье захватывало дух. На правом берегу реки Енисей должен быть построен завод по производству беленой целлюлозы. С другой стороны, вот эта площадь, левый берег, должно быть строительство железной дороги, которая выходит на Восточно-Сибирскую магистраль. Ну и с удовольствием мы с большим энтузиазмом восприняли новость о пневмотранспорте по дну реки Енисей. Мы слышали о переходах для движения людей по дну Енисея. Конечно, любая территория заинтересована в реализации такого проекта. Впрочем, что-то уже тогда подсказывало лесосибирцам, что в истории с подводным туннелем и скоростным поездом до Москвы им уготована судьба жителей Нью-Васюков. Да все это воровские схемы. Все это разворуют, утащат, бросят, и ничего не будет. Деньги сейчас за лес возьмут, и все. А вокруг денно и ночно сновали лесовозы. На распил лесосеки размером со Словакию у «Ангары Пейпа» уйдет долгих 7 лет. В стройку завода за это время не будет вложено ни копейки. Что сделано за этот период? За этот период выполнены полностью предпроектные работы. То есть вы занимались оформлением бумаг? Осталось совсем немножко. В конце 2015-го, на 8-м году своего существования, мегапроект предсказуемо объявил о самобанкротстве. В лесном ведомстве лишь развели руками. О миллионах кубов казенного леса, банально украденных у страны, никто даже не вспомнил. Все эти инвесторы... Ворюги, проходюги. Человек знает, что говорит. Сам трижды банкротил лесопредприятие. Четвертой и заключительной его аферой стала стройка деревообрабатывающего комбината под Калугой. Предоставил документы в объеме 500 страниц всяких разных. И лесной массив я запросил. 135 тысяч гектаров леса – это элитные леса Калужской области. Это же какая? Это суперприбыль. Это там тысяч... Да это не прибыль, это вообще клондайк. Государство бесплатно дало нам леса на 110 миллионов долларов безвозмездно на 49 лет в аренду с правом залога. Это цирк. Дальше все по схеме. Лес срубил, завод не построил, сказался банкротом. Он даже лесорубов своих с копеечной зарплатой и тех сумел кинуть. Не заплатить какие-то эти 12 тысяч 13, это вообще стыдно. Потому что они дали там что-то, я не помню, тысячи 2-3, наверное, или 5 аванс, и все. Ну, так не поступают нормальные люди. Это суперпроект был. Имея столько леса федерального, продавая его, ни одного копейки не заплатил. За лес аренду. Ни одного гектара леса не посадил. Зарплату не дал. Уволил всех. Обанкротил предприятие.
стащил деньги за 70 тысяч кубов. А может, поделитесь секретом, да, как это? На одном и том же месте открывать 3 раза одно и то же, 4 раза одно и то же предприятие. Ну вот так получилось. Не всегда банкротить его. Нет, ну вот так получилось. Вот сейчас я сам сижу в СИЗО и думаю, вот ну так вот получилось. Ну вот так получилось вообще без задних мыслей. В то время как в Калуге осудили таки на 5 лет инвестора Ужовского, в Москве при получении очередного миллионного транша попался с поличным чиновник Кожемяка. Тот самый, что помогал банкротить приоритетные инвестпроекты. Ему грозило до 10 лет за мошенничество. И вдруг на днях в коридорах Госдумы. Николай Петрович, да. Какими судьбами? Я участвую на парламентских слушаниях. В парламентских слушаниях? Сейчас. Судимостью за мошенничество. А они знают вашу биографию? Свободен. Нет, я понял, что я свободен. Вы объясните. Что вам объяснить? Как вам удалось отмазаться от тюрьмы? Там же серьезное дело было. Взяли с деньгами, отпечатки пальцев. Каким образом? Оказалось, по причине положительных характеристик и хронических заболеваний этому почетному работнику Леспрома РФ вместо срока назначили штраф, даже без запрета занимать должности на госслужбе. О чем он хотел рассказать в тот день депутатам? Быть может, о том, что чуть ли не 90% крупных лесных инвестпроектов кончились коррупционным банкротством? Или о том, что на каждый вложенный государством рубль лесная отрасль стабильно дает 2 рубля краш и потерь? Мы не знаем. Все слушания огорченный чиновник просидел молча. Вот цифры за прошлый год. Доходы от лесной отрасли. Арендная плата, штрафы, вывозные пошлины, налоги с работников и предприятий. Без малого 32 миллиарда рублей. Убытки от лесной отрасли. Незаконные рубки, недоимки, воровство на лесовосстановительных и противопожарных мероприятиях. Около 60 миллиардов. То есть, если бы не социальная роль, рабочие места, лесорубство в стране было бы выгоднее вообще запретить. Даю готовность. Готов. Даю старт. Готов. Окрестности Иркутска. Еще недавно там внизу шумело зеленое море тайги. Теперь остался лишь полупрозрачный лесок с тонюсенькими деревцами, которые даже вор не берет. А вот подготовленные к вывозу столетние кедры и дубы, рядом ни от кого особо не прячущиеся базы черных лесорубов, за которыми как бы охотится местный УБЭП. И УБЭП куплены, и милиции куплены, и беспилотник летает здесь каждый день. Они что, позвонили, до 2 часов не надо, будет проверка, все, все до 2 дома сидят, после 2 на работу. Украденный селянами лес открыто свозится на пятаки. Так здесь называют нелегальные лесоскупки, где заправляют граждане КНР. А трубляк возьмешь? А? Трубляк. Без документов? Без документов. Все можно, да? Да. А сколько возьмешь? 4 КАМАЗа возьмешь? Скоро есть, говорю, возьмем. Все возьмете, да? Все возьмем. Случись проверка, и никто по срезам деревьев не найдет, в каком заповеднике они спилены. Ибо первым делом древесину здесь обезличивают, то есть элементарно распускают на циркулярке. Затем к полученным деревяшкам цепляют пару справок о их якобы легальном происхождении, и вот он уже готовый продукт промобработки, который, в отличие от кругляка, можно беспошлинно вывозить за рубеж. Поддержка отечественного леспрома вроде как. Они засорили местность вокруг села, не выполняя требования госпожарнадзора. Собрание жителей приграничного села, где открылась уже 3-я по счету нелегальная китайская пилорама и где чуть ли не 70% населения занято черным лесорубством. Конечно, сейчас ситуация очень сложная. На тайгу смотреть очень страшно. Все вырублено. Ежегодно на китайские мебельные, паркетные и бумажные фабрики приходит до 700 тысяч вагонов русского леса. Если собрать их в один состав, он растянется на 9 тысяч километров и с лихвой достанет от мавзолея Ленина до мавзолея Мао. По скромным подсчетам, не менее половины этого сырья похищено с территории Прибайкалья. Та картина масштабная, которая там есть, она просто шокировала, честно говоря. Потому что вырубались водоохранные леса. Водоохранные защитные леса нерестовых полос. Там работа вообще проходить запрещено. Но их вырубили как якобы леса, пострадавшие где-то от низовых пожаров, где-то от, например, каких-то насекомых. Кадры 3-летней давности. Окрестности Усолья Сибирского. На берегах реки Белой рубится заповедный сосновник, любимое место отдыха горожан. Соответствующий приказ отдал среди зимы якобы из-за нашествия жука-короеда вот этот чиновник.
Обладатель диплома о высшем лесотехническом образовании даже не знал, что зимой насекомые спят. Комиссия выезжала на эти участки, осматривала их? Нет, комиссионного выезда вместе с лесопатологами не было. Никто не выезжал, не осматривал. Поэтому вы имели право подписать такие документы? Нет, не имел права. То дело о краже древесины на десятки миллионов рублей закончилось, как водится, штрафом в 70 тысяч. Но даже от него чиновник в итоге был освобожден. Так, начались свежие порубки. А это уже снято нынешней осенью, прибывшей из Москвы бригадой генпрокуратуры. Тоже Усолье Сибирское, та же нерестоохранная зона реки Белой. И даже те же исполнители, все многократно условно судимые за экологические преступления. Вот давайте. Вот лежит лес. По какой причине вы его срубили? Ну, перестойный, сушины. Вот это лежит перестойный лес, получается. Да, перестойный лес. Все, здесь вот не более 3% поврежденного леса старого сухостоя. Здесь рубить нечего. И снова здоровый лес записали в больной, и снова многомиллионный ущерб экологии, и снова все нити тянутся в региональное лесное ведомство. Вот странная вещь. При опросе так называемых черных лесорубов, вот этих диких бригад, которые якобы работают сами по себе, да? Многие говорят, что работают на шеверду. Это не на вас случайно? Но я не могу сейчас ничего объяснить. Я, во-первых, не знакомился с этим делом. Я говорю, что познакомлюсь, может, я что-то потом и вам поясню. Смотрите, цитирую генпрокуратуру. Ущерб от одной только подписи незаконный 52 миллиона рублей. Заведомо ложные заключения о заражении территорий заказников. Хищение древесины ценных пород под видом санитарных рубок. Преступная рубка в водоохранных зонах и зонах нерестилища, сведения о которых были незаконно удалены из государственного лесного реестра. Я не могу столько делать один. Как это вы умудрились? Я еще раз говорю, я не могу делать столько один. Подождите, вы не один. Тут написано про ваших подчиненных. От них ущерб еще 112 миллионов. Ну, до сегодняшнего дня следствие идет. Они все установят. Мои подчиненные, мою вину все установят. Все установят же. За время подготовки этого материала размер нарушений, в которых подозревается пока еще действующий иркутский лесной министр сотоварищи, возрос сперва до 250, а затем и до 400 миллионов рублей. Алтайский край. Госзаказник Залесовский. Особо охраняемая природная территория. Рабочие вгрызаются в реликтовый ленточный бор, оставшийся нам еще с мелового периода мезозойской эры. Я говорю, что есть начальство, послали здесь пилить. Мы пилим. А мы же на работе, мы негры, как вам сказать. Ты не снимайте, я говорю, сколько раз говорите. Алтайские ленточные бары находятся под охраной ЮНЕСКО. По богатству флоры и фауны не имеют аналогов в мире. Особенно важны они как место гнездовья исчезающих краснокнижных птиц. Сапсана, беркута, большого подорлика и других. Скажи мне, это дерево назначено в рубку или нет? А, что клеймо стоит? Да, клеймо стоит. Там наверху обиталище орлана долгохвоста, одного из последних оставшихся в живой природе. Вмешательство в среду его обитания, тем более по весне, в период гнездования, строжайше запрещено законом. Ну что там? Яйца. Кладка погибла? Вероятно всего, что погибло. А внизу другая экзотика. Западносибирский филин обитает в корнях деревьев. Одно гнездо на 150 квадратных километров. Птица эта крайне опаслива. Распуганные шумом тракторов родители к своим оголодавшим птенцам уже не вернутся. Это вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Алтай. Он находится на грани исчезновения, и рубка уже ведется недалеко от этого гнезда. То есть в этом году это место обитания филина будет полностью уничтожено. Арифметика тут простая. Чем толще дерево, тем больше денег. Скажем, вот в такой столетней пихте толщиной более метра древесины на 50 тысяч рублей. Опытная бригада за день свалит и вывезет где-то 10 пихт. Это 500 тысяч, из которых 10% получат те, кто пилил, а 90% — те, кто должен был их за это ловить. Явное, очевидное нарушение законодательства. Рубка явно незаконная. Вот, вы, пожалуйста, примите меры. Хорошо? Разберемся. Если будут нарушения, значит, накажут. Лесничие разобрались. В последующие несколько недель реликтовый пихтовник, так же, как до этого сосновый ленточный бор, был уничтожен практически полностью. Формальный предлог – очистка лесов от сухостоя и гнили. Ну вот видно, что деревья, которые здесь вырубались,
были абсолютно здоровые, крепкие, стояли бы еще много лет. Все, что гнилое и больное, оно оставлялось на корню, то есть забиралось лучшее. Эту как бы санитарную рубку санкционировал теперь уже бывший начальник Алтайского управления лесами Михаил Ключников. В итоге один только залесовский заказник лишился древесины на 63 миллиона рублей. А сколько еще было таких рубок и таких заказников? Скажите, пожалуйста, каким образом во времена вашего правления чистый убыток лесной отрасли составил 4 миллиарда, при том, что вы древесины продали на 7? Ну это же бред какой-то, как вы только да? говорите. Вы знаете, эти цифры мы подчеркнули с официального сайта алтайского правительства. Ну это ложь. Ложь. Врут. Конечно. Вот все, перестаньте, я не буду с вами разговаривать. Было уголовное дело. Чистый убыток от одной вашей подписи 63 миллиона. Тогда насчитали по одному только эпизоду. Ну кто насчитал? Вы знаете, следственные органы, ну, вы не поверите. И прокуратура. Так они считать не умеют. Ах, тоже врут. Конечно. Вы хоть возместили эти 63 миллиона? Чем же закончилось то громкое дело? Алтайский суд подтвердил и сумму ущерба, и достоверность всех собранных против чиновников улик, включая их подписи под порубочными билетами, после чего постановил закрыть дело за отсутствием виновных. Рубки в заказниках с тех пор пошли пуще прежнего. Здесь живого места уже не осталось в лесу. Им все мало и мало. Валерий Горбунов – главный борец алтайской лесной мафии, эксперт Общероссийского народного фронта. Много лет расследовал историю о продаже чуть ли не всей казенной краевой лесосеки вместе с лесхозами частному холдингу «Алтайлес» за 1% от рыночной стоимости. Все дети чиновников работают именно в холдинге. Они создали эту коррупционную схему, чтобы обеспечить свой семейный бизнес древесиной. И древесину, за что они взяли за основу древесину? Этот ленточный сосновый бор. Отставной подполковник. Он вскрывал гигантские махинации, при этом сам жил в простом сельском доме, который построил на военную пенсию и который дважды в 12-м году и нынешним летом сжигали неизвестные. Все, что осталось, это пепел. Но мы прорвемся. Этот беспредел против моего народа. Этот беспредел будет остановлен, что бы они ни делали. Но остановилось, к сожалению, сердце. На днях, в возрасте 55 лет, Валерий Горбунов скоропостижно скончался. Мы с ним регулярно переписывались по электронной почте. И в конце его письма было написано часто: «Служу России». Да. Именно это он делал. Служил России, служил природе России. Таких людей единицы. Их очень мало. Интересно, что в последнее время подполковник работал над масштабным докладом о выводе активов «Алтай-леса» на сумму около полумиллиарда долларов в Литву на фирму, связанную через цепь прокладок с известнейшими лицами алтайского региона. Если то, что обнаружил покойный Горбунов, правда, то российских лесов на Алтае попросту больше нет. –